Рад приветствовать вас в нашей обители. Я здесь стране. Строгих правил нет. Нужно ли... Конечно, в кельях ты найдешь мягкую постель. Да будет крепок твой сон. Наверное, стал бы вором, наемником или еще кем похуже. Я вижу, тебе удалось собрать порядочно. Я пробую кое-что новое. Предлагаю скидки за крупные покупки. Пока что это оправдывается. Потрясающе. Я начала опасаться, что слишком много попросила. Yes. Но, похоже, ошибаюсь. Недавно воины господина перебили большую банду. Теперь можно будет спокойно возить товары в соседний город. I'm waiting. Она не продается. Это напоминание о тех временах, когда я был воином. У меня собран лучший товар. Новое лицо в нашем городе. Where does your search take us? Like every wandering